во-первых, хочу свою команду, наверное, с неплохой игрой поздравить. Все-таки сыграть здесь ничью дорогого стоит. Мы просматривали матч Кубани и прекрасно понимали, что очень быстрые фланги, хорошие фланговые передачи. Старались играть внимательно, грамотно в обороне. Ну, в первом тайме, как вы видели, да, там Сухов сказал, что там попал мяч в освещение, поэтому промахнулся. Ну, в целом, еще раз говорю, хочется поблагодарить команду, что непростые погодные условия все-таки дотерпели, ждали своего момента, забили красивый мяч, нужно было что-то в перерыве менять. Все-таки Харрис сегодня отработал очень много, в первом тайме подустал, вышел Зинченко, молодой мальчишка, который умеет создать остроту, который сделал прекрасную передачу на Слая. И тут очень здорово разобрался и забил свой первый мяч в чемпионате, с чем я его еще раз поздравляю. Кубань хорошо организованная, быстрая команда. Она и в том году показывала хороший футбол. Да, были определенные спады, чехарда с тренерами. Но я еще раз говорю, здесь прекрасный подбор футболистов, который каждый из них может решать определенные большие задачи. Поэтому мы ехали, если я еще раз скажу, что если бы не сказали, что мы здесь заберем ничью, я бы был доволен результатом. Думаю, что... Ну, наиграли мы на эту ничью, что скажешь. Все-таки играть в гостях и не просто, хотя мы уже, наверное, больше сезона играем не на своем поле. Дай бог, чтобы у нас в ближайшие дни решился вопрос по нашему стадиону. Да. Ну, сложно говорить, когда, понимаете, хорошая команда Кубань. Ну, это видно. И хороший футбол показывается. Пришел молодой тренер Хохлов, который... Здесь вырос, наверное, все его поддерживают. Я думаю, что хорошее будущее у него. Начало сезона для всех непростое. Все хотят набирать очки, все бьются, стараются. Конечно, мы тоже приехали сюда не отсиживаться. И стараемся через «не могу», преодолевая себя, заработать очки на непростых стадионах. Акцент был сделан на то, чтобы постараться впереди зацепиться за мяч, постараться разыграть, положить мяч на землю. Вы видели, что в первом тайме вот эти длинные передачи, что мы хотели сыграть за спину, не проходили. Очень здорово играли два центральных ваших защитника, поэтому постарались растянуть оборону, сыграть пошире. Но в каких-то моментах это удалось, в каких-то моментах чуть меньше. Но в любом случае игра поменялась.